Спорт – это мир, но кто хочет мира, должен быть готов его защитить. Турнир по микрофутзалу приурочен ко Дню Героев Отечества, потому закономерно, что на площадке события развернуты патриотические локации. В этот день вся страна вспоминает своих героев, минувшей эпохи, наших дней. Их делами живет и славится Родина. Их имена увековечены в названиях улиц. О них слагаются стихи и песни. Школы помнят своих выпускников и гордятся ими. Мой муж герой. Он погиб на СВО. Он был спортсменом, он был футбольным арбитром. Он с детства болел футболом, хотел заниматься, он вообще мечтал стать футболистом. Но так сложилось, что он сам себя определил, сам занимался своим развитием. Мы поддерживались, конечно, с семьей его все. Мы, конечно, очень переживаем, что так все закончилось, но он очень любил спорт. Мы искренне гордимся. Да. Как и в военной карьере, так и в судейской. Его спортивной, да. В честь героев-земляков на поле спортивных баталий в этот день вышли 20 команд из областной столицы и еще две из Николаевского района. Футбол люблю, занимаюсь им уже не первый год. Сюда мне позвали, чтобы победить, доказать, что мы сильнейшие. Думаю, что победа, терпение, выносливость и в таком роде. Ну, я сейчас немножко волнуюсь, Думаю, что мы уйдем с классом с медалями. Микрофутзал – дисциплина, которая в последние годы динамично развивается и пользуется спросом у юных спортсменов. Хороша и как подготовка к большому спорту, и как самостоятельный вид физической активности. Не носит травматический характер как для помещений, так и для деток. Вот этот турнир уже традиционный, но в новом формате, поэтому популярность он приобретает большую. Микрофутзал занимается как дети, так и взрослые, которые у нас на чемпионатах города, область участвует ежегодно. На игру настраиваются и участники, и зрители, и, конечно, главные болельщики команд, учителя и родители. Состязаться для школьников не в новинку, но сегодняшний турнир все-таки особенный. Это не простой праздник. Это праздник, в основе которого лежит настоящий патриотизм, гражданская ответственность. И наша с вами прямая обязанность чтить и помнить память наших героев. Поэтому я желаю ребятам прекрасно выступить, желаю им победы, зрителям ярких и незабываемых впечатлений, но и всем нам мира, добра и благополучия. Спасибо. Спорт и патриотизм – неотделимые друг от друга явления, считают и гости турнира, и его участники. Проведение состязаний в честь Дней воинской славы Отечества – практика, хорошо себя зарекомендовавшая. Крепче тело, крепче дух, сплоченнее команда, прочнее Родины броня.